Уже завтра в этом магазине садовых товаров будет очередь из покупателей. Хит этой недели – средства защиты растений. В дождливый сезон им требуется особый уход. Владимирские дачники со стажем знают, что из-за повышенной влажности на овощах и плодовых деревьях развиваются грибковые заболевания. Например, фитофторос и мучнистая роса. Для муравьи. И грибковые, да, тоже фитофторос. Сейчас вот уже картошка, помидоры, томаты. Прошлый год тоже дождливый был, так что тоже были, закупались как следует. Михаил Артамкин – профессиональный садовник. Он рекомендует дождливую погоду опрыскивать растения специальными средствами, а также высаживать их не слишком плотно, чтобы избежать распространения грибка. Михаил говорит, что пока паниковать по поводу возможной гибели урожая не стоит. Если потом будет тепло, то наоборот, в положительную сторону. Но... Ну что, если вот тыковы, кабачки, естественно, надо подкладывать там какую-то досочку, чтобы плод не сгнил. Ну, дождь, естественно, повышенная влажность провоцирует развитие грибковых заболеваний. Галина Кожина получила свой участок в Грезино по наследству от родителей. Урожая овощей с двух соток ей хватает практически до следующего года. Но не ради картошки она с радостью приезжает на свою фазенду. Главная страсть Галины – это цветы. Одних только роз здесь растет 50 кустов. Вот если вы будете это все любить, у вас все будет получаться. Это самое главное. Только любовь. Все остальное – мелочи жизни. Спина, болезни. Если вы любите это дело, вы ни на что не будете обращать внимание. Ни на свои болезни спины, ни на свои болезни колен и все прочее. Галина настолько увлеклась выращиванием роз, что решила открыть маленький бизнес. Дачница поставит еще одну теплицу и будет выращивать цветы. Но уже не ради красоты, а на продажу. Константин Миронов, Егор Герасимов, Губерния 33. У женщины, ну...